Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достон. Сегодняшнее видео, как вы поняли, про идиомы, для примера которых мы будем использовать строчки из песен, а предыдущие можете посмотреть теперь в плейлисте, который длится всего 5 минут. Green Thumb. Дословно переводится как «зеленый палец». На самом деле это способность садоводству, к выращиванию растений. Для примера идеально подходит песня группы Cypress Hill. Hello, I'm Dr. Green Thumb. Он говорит «Привет, я доктор-садовод». Wrecking Ball – это стенобитный шар. А теперь послушаем отрывок из песни Майли Сайрус. Дословно будет «Я вошла, как разрушительное ядро для сноски зданий». Но одно из переносных значений этого слова – это разрушительная сила, с которой она как бы ворвалась в его жизнь. И закрывает наш выпуск идиома из песни Адель «Someone Like You». I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I hate to turn up out of the blue. Означает, что она ненавидит появляться без приглашения, как гром среди ясного неба. На этом пока все. Подписывайтесь на канал, если вам интересна эта тема. В комментариях к этому видео напишите свои любимые группы. И, конечно, слушайте хорошую музыку.